Всем здрасте! В этом обзоре хочу вам рассказать о машинке для стрижки Philips, которую я купил в магазине onlinetrade.ru. Вот так выглядит упаковка, модель. Здесь номер HC3505/15. Вот, давайте ее вскроем и посмотрим. Внутри все упаковано вот на такой вот подложечке. Тут у нас в комплекте инструкции. Очень-очень маленькая. Вот как мы видим. И получается, тут же у нас и гарантия. Так, в комплекте идет и сетевой адаптер. Вот с таким вот выходом. Щеточка. Насадка. Насадка одна основная здесь идет. И сама машинка. Вот так выглядит машинка. И как мы видим, изначально она стоит вот здесь. Вот есть бумажная пломба, что она новая. Вот так вот она открывается, нажимается кнопочка, снимается вот эта часть, вот вынимается, и тут мы видим то, что здесь находится два лезвия, которые вот так вот двигаются лезвия, и в движение их приводит вот этот вот двигатель. Вот этот двигатель. Вот она назад одевается. Очень удобно будет, когда, например, вы постриглись. Можно будет снять этот блок и вычистить оттуда все волосы. Здесь мы видим, находится такое рифленое место. Очень удобно вот так держать рукой. Тут видно регулировка длины стрижки. Вот давайте наденем насадочку, чтобы посмотреть, как выглядит она полностью в сборе. Вот мы одеваем насадку, защелкиваем, и вот получается вот такая машинка. Чтобы регулировать длину стрижки волос, здесь вот есть специальная шкала. И тут нужно обращать внимание. То есть такой зубчик слева и справа, который попадает на цифру, на нужную. Чтобы длину насадки изменить, мы нажимаем вот на эту маленькую синенькую кнопочку, и только после этого можем передвигаться. То есть был один, стало вот видим 3. Следующее получается 5, потом 7, 9, 11, 13, ну и так далее. И вот мы видим, что насадка у нас выдвигается и задвигается. Здесь находится кнопка включения, выключения. Здесь, получается, сзади подходит сетевой кабель. И самое главное, что машинка работает только от сети. Аккумулятора встроенного у нее нету. И еще хотел сказать, то, что у нее нет никаких световых индикаторов. Минимально эта машинка может стричь, это 0,5 миллиметра, это когда мы снимаем вообще насадку и стрижем без насадки, получается. Вот. И далее уже с насадкой идет. И максимальная длина, вот как мы видим здесь, это 23 миллиметра. Довольно-таки неплохой результат. Еще один большой плюс этой машинки в том, что она не требует использования масла. В комплекте оно тоже не идет. Тут находится самозатачивающееся лезвие. Ну, вот такая вот вполне удобная
надежная фирма Philips. Так что стильно смотрится, синенькая. Всем советую. Берите, не пожалеете. Всем спасибо. Пока.